30 января исполнительный секретарь Каспийского местного отделения партии «Единая Россия» Тагир Ахмедов провел встречу с жителями МКД в рамках партийного проекта в формате диалога-дискуссии. Участники встречи обсудили взаимодействие между управляющими компаниями и собственниками жилья. Тагир Ахмедов рассказал об основах законодательства, ответил на актуальные правовые вопросы, а также познакомил с лучшими практиками управления многоквартирными домами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он отметил, что такие встречи очень важны, ведь нужно определить проблемное поле, обозначить вопросы и найти пути их решения. По словам Тагира Ахмедова, на данный момент жилищно-коммунальное хозяйство является одной из проблемных отраслей. Активисты многоквартирных домов, в свою очередь, обозначили свои идеи, предложения и пожелания в улучшении качества обслуживания их домов и дворовых территорий. Напомним, что проект «Жители МКД» направлен на поддержку жителей многоквартирных домов и популяризацию актуальной информации о ЖКХ. Он включает в себя несколько направлений – наш двор и наш подъезд, дворовые встречи и работа со старшими по домам. В рамках проекта проводятся обучающие семинары по ЖКХ, встречи и общественные обсуждения по темам благоустройства городской среды.